Всем здравствуйте, с вами Евгений Дуйнов. Мы продолжаем цикл роликов «Мир технологий» от компании СПП. Так, сегодня к нам на ремонт восстановления вернулась из Германии первая мотор-колесо-колобок 318 габарита, которая находилась у Виктора Арестова. Колесо данное после дорожно-транспортного происшествия, его необходимо восстановить. Можно видеть сколы, краски после удара, часть катушек секции была повреждена, даже видно следы горения лака на них. Вот, несмотря на это, двигатель все равно продолжал ездить, хотя и с ухудшившимися характеристиками. Вот, на примере данного двигателя мы рассмотрим сборку-разборку его, также конструкцию. С этой стороны можно видеть, из чего состоит собственно мотор-колесо. Это ротор в корпусе, статор, ось, фазные выводы, оптический энкодер, который в самой первой версии был выполнен полностью открытым для удобства монтажа и его отладки и настройки. Также в двигателе установлен термодатчик. Вот. Данный рычаг предназначен для передачи вращающего момента на задний маятник. Дабы он передавался не через ось с малым плечом, соответственно, с большими усилиями, разрывающими дропауты, а с большим рычагом, с большим плечом, соответственно, менее разрушительным для конструкции рамы. Так, чтобы разобрать мотор-колесо, необходимо открутить вот эту гайку. Вытащить втулочку проставку. После чего вытаскиваем ось. И вытаскиваем, собственно, сам статор двигателя. Что можно видеть внутри? Внутри находится диск энкодера с прорезями, подшипниковый узел, непосредственно пакет ротора, короткозамыкающие кольца и стержни беличьей клетки. Статор же внутри выглядит вот так. То есть здесь все полое, здесь находится сам диск энкодера. Это оптический энкодер. И где-то здесь в обмотках установлен термодатчик. Также за обмотками можно видеть часть пакета. Также стоит отметить, что конструкция оси очень простая. Соответственно, ее изготовление должно быть очень дешевым, повышена ее надежность за счет отсутствия различных вырезов в теле оси. Ну, таким образом рассмотрели с вами конструкцию. Можно сказать, что достаточно простая. Содержит малое количество деталей, что способствует простоте ее изготовления, также высокой надежности самого мотор-колеса.